В Пушкине сотрудники госавтоинспекции стреляли по колесам, чтобы остановить другого пьяного лихача. На пересечении Красносельского шоссе и Соболевской дороги он проигнорировал требования полицейских и вдавил педаль газа в пол. За нарушителем сразу отправились в погоню. Нетрезвый водитель, пытаясь скрыться, задел служебный автомобиль, но и это не стало препятствием, поэтому пришлось открыть огонь. Будем применять оружие! Водитель! Покажу, давай! Останавливайся! За рулем находился 45-летний мужчина. В отношении водителя составили аж 5 административных протоколов. Автомобиль отправили на спецстоянку.